просто такая сильная. Реально, будто какой-то трек включился. Как бессонница в час ночной. Гарно дуже. Ребята, всем привет, на связи Хижина Музыкант и очередная порция позитивного музыкального контента вам в душу. Перед началом, ребята, классная новость. До моих сольных концертов в Казани, в Москве и в Питере остаются считанные дни. Очень скоро увидимся, сделаем мощные концерты. А на носу еще праздники, поэтому я решил сделать 20% скидку на 100 любых билетов на моих концертах в любых городах. Поэтому переходите по ссылке в описании, вбивайте промокод ARSLAN20 и получайте скидку. Ну, вы намек, наверное, понимаете. Пригласите вторую половинку на концерт и вместе кайфанете от музыки, классного звучания, позитивной атмосферы и новых авторских песен. Погнали! Здрасте. Продолжай играть. Да не, я просто одной рукой вот так делаю. Вы что, гитару любите, что ли? Ага. Окей. Хотите, спою? Давай. Так, ну давай. Вот такая песня пришла в голову. Адам и Ева проснулись с утра, и вдруг Ильёс годился работы. Всю неделю будет жара, эльфийский оракул следил за погодой. Карлик небесный, крылатый колибри, любил на заре напиться росою. Зебры, кентавры, волки и тигры, мифы бурлят горной рекою. Я верю в Иисуса Христа, я верю в Гаутаму Будду, я верю пророка Мухаммада, я верю в Кришну, я верю в Гаруду, я верю в Иисуса Христа, я верю в Гаутаму Будду, я верю в Джа, я верю в любовь, я верю в добро и верить буду. Спасибо, девчонки. Блин, класс, ну реально, будто какой-то трек включился. Даже не верится, что ты сам пел, это обалденно. Классно, приятно. Отдыхаете? Да. Мы выпиваем. Выпиваете. Вы из какого города? Я вижу Украина. Мы из Харькова. Я из Казани. Казань, это где? Я знаю, что такое Казань, но я не знаю, где это. Это где? Напомни, пожалуйста. Республика Татарстан. А, поняла. Да. Ладно, отдыхайте, не буду отвлекать. Хорошего вечера. Спасибо, тебе пока. Ты круто поешь. Спасибо, пока-пока. Друзья, а у меня сейчас важное объявление для всех любителей игровой индустрии. Нашумевшую в том году игру Honkai Star Rail глобальненько так обновили. С момента релиза игры это официально самое большое обновление с появлением абсолютно новой территории Пинаконии с новыми персонажами, приключениями и историями. На это точно стоит взглянуть, ведь не зря игра была признана самой лучшей в 2023 году в App Store и Google Play. Она славится своими захватывающими сюжетками, неординарными историями, в которые просто каждый погружается с головой. И в этот раз разработчики постарались ввести новую территорию Пинаконию, которая воплощает в себе мир празднеств и развлечений, как во снах, где не работают законы реальности. Вот честно, то, как идея данного мира реализована в игре, просто поражает. И естественно, в духе настоящих приключений в мире сокрыта своя тайна, в которой предстоит разобраться и предотвратить беду. В обновлении вас будет ждать новый персонаж Искорка, я ее уже потестил в бою, и она хороша. Это перс квантового типа, и она одна из немногих, кто может увеличивать урон союзникам. Но мне больше всего зашло, какой ей сделали характер. Это прям какой-то маленький, дерзкий, но при том очень милый чертенок. Конечно, на этом разработчики не остановились и дали нам кучу нового контента. И режим хождения по стенам, и новые NPC с монстрами, и десятки новых локаций. А и чуть не забыл, вам встретится новый персонаж Миша. Да-да, его реально зовут Миша. Это персонаж ледяного типа, умелый и понятливый швейцар. Короче, советую не пропустить данное событие, тем более, как когда вы можете сейчас забрать 10 бесплатных прыжков. И если вы будете входить в игру в течение 7 дней подряд, искорку тоже получите бесплатно. От меня личный промокод, качайте игру именно по моей ссылке, этим очень сильно поможете. Ссылка в описании, получите 50 звездных нефритов, а они вам пригодятся. Так,
Опа. 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 Попались. А вы нам сыграете что-нибудь? Да, вот вас искал как раз. Вот, да. Мне передали, да, спеть прямо очень. Я вас где-то видела. Да, блин, меня только с кем не сравнивают, типа, базану, блин. Вы вот так вот в чат рулетки сидите и играете музыку. Потом... А, я его тоже смотрю. Ярик, что ли? Ярик Бро, я его тоже смотрю. Сейчас запись идет? Нет. Окей, запись экрана. Нет, ничего нету, чё. Вот это меня пронесло. Давайте сыграем что-нибудь. Давайте. Ну что, только? Что предпочитаете? Только что мы тоже можем узнать, да, наверное? Так, у нас... Веселый. Консилиум, мы сейчас думаем. Да, что-нибудь веселое. Веселое? Мне что-то в голову приходит этот белые обои, черная... Ой, как там, грусть. Вахтерам, это под запретом песня. О, да ладно. Ну, в смысле, ладно, у меня под запретом. Миллиард раз ее уже поешь, и потом... А, окей, ладно, давай из... Что из... Давай течет ручей, бежит ручей. Мы еще и танцуем. Сможешь? Не, я знаю кое-что тоже, как течет. Да. Бьется сердце, скорость набирает килогерц. Сердце разрывают скоро, скоро, скоро я не скоро. Светофоры по нулям, приборы, просто такая сильная любовь. Такая сильная любовь. Просто такая сильная любовь. Ты еще не знаешь. Просто такая сильная любовь. Нормальную зарядку устроили, а? А мы такие. А ты наверняка уже несколько часов сидите, да? Ну, пару часиков, да, пару часиков сидим. Разминку, пятиминутка, правильно. Ну, правильно, немножко потрясти. А у вас даже дыхание не сперлось, что-то вы это... А мы танцами занимаемся. А-а-а. Да. Какими, народными? Это было в прошлом, да. А сейчас современными, да? А сейчас у нас секси-койо. А где у вас каблучки? Макия. Вот, смотри, сейчас можем надеть даже секунду. О май гарвал. Конечно, все под рукой. Нормально у вас туса. Нифига, даже микрофон есть. Привет. Здравствуйте всем. Как, успехи? Играю на гитаре? Ну да, немного есть такое. Макан хочу. Да что ты говоришь, моя хорошая? Я хочу Макан 20. 20 не помню, зато помню вот такую. Пацаны мечтают раскидать долги, улететь в закат. Новый Панамери найдет то, что будет с тобой рядом и без денег. Оставить маме дом и новомерен, дом и новомерен. Да я знаю, что ты в теме, знаю, чем горел и во что верил. Знаю, почему ты был в отделе. Знаешь, я не меньше твоего хотел бы видеть, как и видеть, как дорогу светит фары с класса 6. И ты летит по трассе наш зеленый, общий красный. Молодцы. Да, зачем просить, я не понимаю. Да? Вот, ребят, специально не буду вырезать данную реакцию, чтобы вы увидели, что не только позитивные, добрые, хорошие люди мне попадаются. Здесь такая дичь творится, которую даже особо и нельзя показывать вам. Но в моем телеграм-канале сможете найти неизданные реакции. Туда вот можно залить. Поэтому подписывайтесь, ссылка в описании. Я наверное пьяный, наверное, специально смотрю. Привет. Привет. Откуда ты? Я из Казани. Круто. А ты можешь нам какую-то песню заспевать? А? А ты можешь нам какую-то песню заспевать? Да, да. Какую, например? Какую? Распевающе. То давай любую заграй. Ну давай, вот эту.
И заспевай. Смотри. Мы с тобой два белых облака, и для чего мы рождены? Лететь куда ни попадя, или идти путем иным? Заполнять вагоны под землей, или покинуть города? Эй, эй, тебе, конечно, будут говорить, как можно жить, но можно жить не так. В темноте летай, летай со мной. 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 Выход ищи там, где солнце и дни. Гарно дуже. Спасибо. Знаєте, да, эту песню? Ні, цю не знаю, але ти гарно співаєш. Це Макс Корж із Білорусі. Ні, не знаю. Понял, прийняв. Ви з якого города? Ми з України, місто Харків. Харків? Харків. Угу. Угу. Круто. Круто. Прийняв. Прийняв. Ну що, побіжав, хороший вечір вам. Дякую тобі теж, папа. Ви включите музику, під яку там обычно танцюють? А под разную. Вот, видишь, вот так это выглядит. Оу май. Слушай, ну не просто. И как успехи у вас? Отлично. Хорошо. Ну что, не порвали там случайно? Нет. Теперь у нас, мы все, мы посели, теперь у нас каблучное настроение вот такое вот. Че, неплохо, я считаю. Ну, потому что нас ожидает ваш любимый трек, да? И как это петь? Муси, муси, пуси, пуси, миленький мой, я горюю вся во вкусе. Рядом с тобой я как бабочка порхаю, но все без проблем. Я просто тебя съем. Это был разогрев. Так. Веселую песню хочу выпустить. Вот написал недавно. Я тоже пишу песни. Угу, заметно. Вот, попробуйте, ну как прочувствуете. Хорошо. Давай. А я попробую спеть. Да? Блин, давайте, такая. Дожди по подоконникам, я не по погоде, бегу по мостовой, я не знаю, что со мной. Капель по мокрым улицам, кажется, получится свидеться с тобой. Ой-ой-ой. Yüreğimin yanına, yanına, yanına. Hışam sigan yarma, yarma, yarma. Hin bekletle varma, varma, varma. Kumlim sinha aşkına, topuna. А за окном рассвет грижет душу мою. Я буду пить, теряв немного по пути. За окном рассвет, еще пару минут. Я буду пить, теряв немного по пути. Один вопрос. Да. Что это был за язык там? Вот, хотел у вас спросить, не догадались? Нет. Татарский? Да ладно. Вы да. Ну я просто, да, я из Казани, татарин вот. А-а-а, мы так и поняли. А вы откуда? Из Краснодара. Да, ну как вам песня? Здорово. Вот хочу 14 марта выпустить. Выпускаем. Дропаем. Да. Как вас в Инстаграме найти? А, в Инстаграме? Я думал, песни-то там не выходят. Ну, нам нужно... Вы там анонсировать? А, анонсировать? Ну, кстати, логично. А вы еще и умные, оказывается. Артистичные. Мы умные, красивые, танцоры. Ну, грех. Кому интересно, достанетесь или уже достались? Пока никому не достались. Серьезно? Вы что, свободны? Да. О, май. Нужно познакомиться, я думаю. Поближе. Подожди. А я заговорила, я заговорила. Мы сейчас в записи, да, так понимаю? Нет, какая запись? Я вас видела. Ну, что-то знакомое, да.
Продолжение данной реакции, ребята, сможете посмотреть в моем телеграм-канале, поэтому подписывайтесь по ссылке в описании. Там же найдете неизданные реакции с других выпусков. Все MP3 песен, которые я исполняю в чат-рулетках. Множество фотографий, кружочки с места событий. Здравствуйте, песенки мои. Здравствуйте. Да? Какие? Стол заказов. О, я узнал, я его YouTube смотрел. Здорово. Сыграй этот, Король и Шут. Какую песню? Король. Ну, давай. Ты ее знаешь, да? Давай. А как там вообще? Темный мрачный коридор, я на цыпочках, как вор, пробираюсь чуть дыша, чтобы не спугнуть. Те, кто спит уже давно, те, кому не все равно, чуя комнату тайком, желаю заглянуть, чтобы увидеть, как бессонница в час ночной меняет нелюдимая облик твой. Чихни, волится, ты иди, зачем тебе охотиться на людей? Обидно сейчас было. Ребят, в комментариях напишите, чья реакция вас зацепила и какую песню вы бы хотели, чтобы я спел в следующий раз. Ребята, не забудьте подписаться на канал, вам не сложно, а мне приятно. И не забудьте поставить лайк, оставить комментарий, это все влияет на продвижение. Соответственно, чем больше просмотров, тем больше желания снимать для вас контент. На этом все, увидимся, пока.